Солдаты и командиры Красной Армии, спешите! На станциях освобожденных армией Рейха ужин. Командиры Красной Армии, спешите! На станциях освобожденных армией Рейха уже улучшилось продовольственное положение, медицина и безопасность. Многие из ваших товарищей уже вступили в наши ряды. Солдаты Рейха не пытаются и не убивают военнослужащих. Многие ваши товарищи уже на себе почувствовали.
посмотреть мне в глаза, проклятый палач? Заткнись ты, петушила! Это вы, красные гадины, мешаете нам избавить метро от недочеловека! Ну, если сверхчеловек выглядит так, как ты, миру кранты. В укрытие! Мы теряем людей, проклятие! Ненавижу! Лишь помни!
держать руки за голову!
Мы теряем людей, проклятие! Thank you.
я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. И если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И, может быть, они не поймут, что произошла замена экипажа. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Все готово!
Уф! Еле проскочили. Еле проскочили. Еле проскочили. После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка! Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол!
Понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. Да уж, шутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть! Сними его, Артем! Закрывай ворота! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! К нам летит! Едем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть. Сними его, Артем! Резина! Закрывай ворота! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Укрытие! Скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть. Сними его, Артем! Резина! Закрывай ворота! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Черт! На пролом! Прячься за броней! Нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Что это? Мутантское отродье. Они взорвали! Скорее! Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Thank you.
После смерти Павла я опять остался один. Я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Человек? Но как? Ладно, давай сюда, быстрее! В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Может, прорвемся? Иди поговори с капитаном. Нам конец. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чувствуешь? Они на подходе. Это спокойно, без паники. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Дьявол, черт, проклятие! Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощад никто не желает. Thank you.
Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка.
случилось бы с моей родной станцией то же, что произошло тут. Вот все, о чем я мог думать. В этом кошмаре я нежданно встретил нового спутника. Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят! Пожалуйста, вставай! Проснись, пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней, ну ты же обещал! Уходи, отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя, тебе больно! Он не просыпается. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. Ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять.
Ой-ой, смотри, там дырка. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Никогда в туннеле не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо! Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Сволочи! Опустите меня! Мой кошелька там остался! Мой брат пообещал привезти его назад! Почему? Почему? Дура такая! Почему сама за своим сыночком своим не пошла? Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Пусти меня к ней! Саша! Спасибо, брат! Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. А где дядя? Без его отца нам бы не прожить. Дядя умер, мам. Если бы он потерял сына... Меня этот человек принес на плечах. Его бы это убило. Я ему помогал монстров убивать. Спасибо. Мам, я небо видел. Господи, бедный Сережа. Спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Этого калибра у тебя нет. Этого калибра у тебя нет.
Хороший выбор. Только у нас. Лучший курс на Специальные станции. Специальные антикризисные условия. Купи автомат. Вообще-то твоя пушка получше будет. Нет, ну если ты настаиваешь, конечно, давай. Ну и будет у тебя два одинаковых. Еще один такой же? Ты их коллекционируешь, что ли? Вообще-то твоя пушка получше будет. Нет, ну если ты настаиваешь, конечно, давай. Вообще-то твоя пушка получше будет. Нет, ну если ты настаиваешь, конечно, давай. Угадал или подсказали? Хорош. Сам алмазами точил. Волос на лету перерезает. Практичная штука. Бери сразу две. Удачный курс. Вообще-то твоя пушка получше будет. Как хочешь, брат, как хочешь. Мужики, да вы с ума сошли! Наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Опускай лестницу! Дай, Сэр! Граные летучие мыши! Давай-давай, Шнель! Идем один за другим! Тут все обледенело, так что поаккуратнее! У вас все оборудование при себе, шахтер! Если мне придется возвращаться за ним обратно, я сломаю вам нос! Конечно, конечно, господин офицер. Я ничего не забыл. Итак, давай... Чтоб тебе разорвало.
Опускай лестницу! Кайсет! Сраные летучие мыши! Давай-давай, шнель! Идем один за другим! Тут все обледенело, так что поаккуратнее! У вас все оборудование при себе, Артур! Если мне придется возвращаться за ним обратно, я сломаю вам нос! Конечно, конечно, господин офицер, я ничего не забыл. Yeah.
Давай-ка залезем на крышу. Как считаешь? Такой.
Бежать! Готовься! Не торчи здесь, давай вперед! Гаси, ублюдка! Стоять, или пушку тебе разнесу, клянусь! Thank you.
я... Дело кого-нибудь? Нет? Тогда вперед! Вот это хрень! Прикрывайте тылы, воины! Thank you.
Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Да вроде все спокойно. Терпеть эту муть. Погоди-ка.
А кто же будет сражаться за чистоту русской расы в родном метро? Это мы серьезно разговариваем. Слушай, ну так образумься. Давай убивать и мародерствовать только в отпуске. Злой ты человек. Я-то? Заряжай. Там кто-то... Как работает генератор? Если только к нему никто не прикоснется. Все на соплях, ржавая хреновина. Приставь к нему охрану. Тоха, Косой, сюда! Смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, вздерну. Hmm.
Три ублюдка! Граната! Смотри, куда кидаешь! Направо! Руки вверх! Лежать! Лежать, я сказал! У нас раненые! Дебил такой! У нас тут гости!
же за дебил такой? Живи! Здесь, давай вперед! Готовься! Гаси, ублюдка! У нас тут гости! Лицо в землю, гнида! Стой!
вот такой. У нас тут гость! Артём, братишка, ты это сделал! Залезай сюда и передохни. Скоро мы будем в полисе.
Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Страх. Мы слабы. Мы убьем. Ужасно. Это конец. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо своих, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Беги, Артём, беги! Мы желаем помочь. Что он делает? Но это ведь единственный выход. Что мы потом будем делать? Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Мы фашистен, приехать захватить ваш станция. Ульман, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте.